Что такое современный завод? Тысячи квадратных метров цехов, промышленные роботы, программируемые обрабатывающие центры? Да. А еще это сотни профессионалов своего дела, людей, без которых все это оборудование было бы лишь мертвым холодным металлом. Любая деталь, любое изделие рождаются в голове конструктора. Эти люди, словно композиторы, смотрят вглубь металла и представляют, как отдельные механизмы будут работать друг с другом, как будут оживать под воздействием человеческого разума. Дальше за дело берется технолог. Его задача — продумать весь производственный путь изделия, от его отливки в металле до испытательного стенда. Работа всего завода была бы просто невозможна без них, заводских инструментальщиков. Инструментальное производство номер 69 изготавливает технологическую оснастку, макетные и опытные образцы, мерительный и режущий инструмент. Любая материя в руках человека пластична. Это хорошо знают металлурги литейного комплекса Сарапульского электрогенераторного завода. Цех был организован в 1942 году, одновременно с появлением завода. С тех пор и до наших дней предприятие всегда полностью обеспечивалось собственной металлургической продукцией. В 2014 году коллектив цеха отметил новоселье в новом литейном комплексе, который на сегодняшний день является одним из самых современных металлургических производств в Удмуртии. Завод сам производит все, что ему нужно для создания готовой продукции. Процесс превращения сырья в будущую деталь завораживает не меньше, чем литье стали. Прессовщики и обработчики изделий из пластмасс могут придать пластичной массе любую форму и параметры. В автоматно-доделочном цехе номер один начинают свой путь по заводу будущие генераторы, электродвигатели, лифтовые лебедки и электротележки. В штамповочном цехе номер два готовят детали будущих изделий и механизмов. Вместе с людьми здесь трудятся и промышленные роботы, большие современные комплексы лазерной резки. Лазер режет металл за секунды и с микронной точностью. За дело берутся сотрудники механического цеха номер 3. Это одно из самых больших подразделений основного производства Сарапульского электрогенераторного завода. Здесь одновременно работают десятки станков и механизмов и сотни специалистов, которые ими управляют. Токари, фрезеровщики, шлифовщики превращают металлические заготовки в детали. Цех механической обработки точных деталей номер 19. Любое изделие, созданное руками заводчан, должно соответствовать строгим государственным стандартам. В дело вступают сложнейшие обрабатывающие центры, или, как нам привычнее их называть, станки с числовым программным управлением. В центре химико-технологических процессов и термообработки металлу придают дополнительные свойства — устойчивость к коррозии, повышенную прочность, износостойкость, высокую электропроводность и другие. Сегодня коллектив цеха осуществляет антикоррозийное покрытие и термообработку узлов, изготавливает печатные платы и магнитопровода, заводские знаки и панели для авиационной техники и товаров народного потребления. Основная продукция СГЗ — электротехнические машины различной мощности. Сердца этих машин создаются в обмоточно-намоточном цехе номер 14. Ни одна машина, ни один механизм не сравнятся в точности и качестве намотки с руками заводчан. Каждое движение, каждое действие за рабочим местом расписаны как по нотам. Каждый намотанный двигатель словно произведение искусства. Результаты труда обмотчиков элементов электрических машин и маляров цеха 14 можно увидеть и в военной спецтехнике, и практически во всех отраслях народного хозяйства. Сарапульские двигатели помогают вырабатывать атомную энергию, добывать нефть и газ, печь хлеб, управлять автомобилями и перевозить людей в общественном транспорте. С 2007 года на Сарапульском электрогенераторном заводе началось существенное увеличение объемов производства гражданской продукции. В сборочном цехе номер 24 к участкам производства двигателя рулевой колонки добавились участки сборки электрокаров, тестомесильных машин и лифтовых лебедок.
В условиях жесточайших западных санкций слесари механосборочных работ Сарапульского электрогенераторного завода обеспечивают многие отрасли народного хозяйства России надежным и качественным отечественным оборудованием. Сборка изделий специального назначения и светотехники для всей отечественной военной и гражданской авиации требует высокой ответственности за качество работы. Сборщики электрических машин и аппаратов доводят замысел конструктора, труд нескольких тысяч своих коллег до готового изделия. Здесь, в сборочном цехе номер 29, были созданы генераторы для многих боевых машин легендарных конструкторских бюро Микояна и Гуревича, Павла Сухова и Александра Яковлева, Андрея Туполева и Сергея Илюшина, Михаила Миля и Николая Камова. Любая неточность, любое отклонение от стандартов не должно пройти дальше, иначе уже готовое изделие может дать сбой. В этой непростой работе сотрудникам отдела технического контроля помогают современные измерительные машины. Именно благодаря труду всех и каждого работника СГЗ остается современным, высокотехнологичным предприятием, выпускающим востребованную продукцию, которая используется без преувеличения везде – на земле, в небесах и на море. В это непростое для России время труд заводчан стал особенно важным для страны и ее армии. Сотрудники предприятия не только выполняют качественно и в срок задания государственного оборонного заказа, но и лично участвуют в специальной военной операции. Сегодня коллектив Сарапульского электрогенераторного завода выпускает изделия, которые обеспечивают обороноспособность нашей страны. И это наша общая заслуга.